Проект накіраваны на садзейнічанне развіццю нефармальнай адукацыі для дарослых людзей з абмежаванымі магчымасцямі на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Удзельнікі праекта – гэта маладыя жанчыны са слабым слыхам. На працягу 6 месяцаў ад спецыялістаў яны будуць атрымліваць навыкі цырульнай справы і макіяжу. Па заканчэнні праекта арганізатары плануюць правесці конкурс сярод удзельнікаў на лепшую работу. У фінале адбудзецца і выпускны баль, на якім кожны зможа прадэманстраваць свой непаўторны вобраз. Такі проект ажыццяўляецца ў нашай краіне ўпершыню. Мы хотим объединить усилия органов власти, общественных организаций именно для оказания помощи людям, которые оказались в какой-то сложной жизненной ситуации. Они получат компетенции, они получат навыки, они в конечном итоге получат какой-то посыл, получат какой-то заряд для будущего обучения. Там, и в конце концов смогут трудоустроиться вот по тем навыкам, которые они получили. У меня есть очень огромный опыт моей школы, и мои ученики по окончанию, к ним уже еще они продолжают учиться, а у них уже есть запись на выпускные макияжи. Поэтому я думаю, я чувствую, что с этой группой, с моими новыми будущими учениками будет именно так. Они получат знания, и по качеству их работ к ним будут хотеть идти, получить красивые образы. У центра уваги удельников круглого стола было и вывучение цікавых практик по працаўладкаванні людей со слабым слыхом. У якости приклада гаворка и шла об так званой тихой кассе. У Минску на ровне со звычайными кассирами працуе жанчына со слабым слыхом. Мы очень хотим, чтобы белорусское общество услышало слабослышащих, и, возможно, вот этот же проект и у нас повторился. Татьяна Болгова, Светлана Князева, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».